Всем привет! С вами Московский флейтовый центр и Илья Дворецкий. Сегодня у нас на тестировании головка Heinz. Это мастеровая головка. Корпус этой головки с 5% содержанием золота, то есть 95% содержания серебра и 5% содержания золота. Губки у этой головки сделаны из 14-каратного золота, так же как и райзер. Он из 14-каратного золота. Звучание этой головки невероятно сфокусированное, объемное. Она с очень быстрым откликом, и вы сразу почувствуете это, как только начнете играть. Давайте послушаем.